got in. Итак, ребят, всех приветствую, очень рад видеть каждого зрителя, который смотрит данный выпуск. Вы попали на эксклюзивный выпуск. Думаю, про шестерки редко кто вообще в принципе выпускает видео, особенно про доработки. Но у нас сегодня просто шикарнейшая шестерочка. Досмотрите этот ролик до конца, я уверен просто на 100%, что вы возьмете для себя много чего интересного. Обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, какого цвета у нас шестерочка? Кто будет прав, тому лайк, короче, на комментарий. Очень интересно посмотреть, в какой цвет, по вашему мнению, покрашена данная шестерка. Владельцу огромнейшее спасибо, скинул мне весь материал. На него оставлю контакты в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь. Человек достаточно взрослый, спасибо ему за уделенное время и предоставленный материал еще раз. Начну с того, что машина куплена в 1976 году с завода и по сей день она в одной семье. Изначально она была оранжевой, но потом ее перекрасили в серебристый цвет. Ну, в серебристый, собственно, напишите, в какой цвет ее покрасили. И, кстати, перекрашивали ее не один раз. То что-то не устраивало, то было вот это ДТП в заднюю часть. И вот сейчас можете увидеть как раз конечный результат внешней части. Внешне выглядит очень строго и в то же время все по стоку. То есть ничего лишнего. Диски у нас воссаны. 15-е, вертушки тоже придают бомбовый вид машине. У нее стойка такая не занижена. То есть машина именно создана для души, для повседнева и чтобы вот, чтобы просто шикарно выглядеть. Но на этом далеко не все доработки, которые у нас есть в данной тачке. Зацените сам салон. Как он аккуратно собран и главное своими все собрано руками. То есть сиденье от Мерседеса. Дальше мы перейдем еще к мотору, то есть там какие тоже нюансы. По ходу видео будет написано про все, что установлено на машине. Поэтому приятного вам просмотра под отличный трек. Треки все будут в описании. Просто сядьте, расслабьтесь и покайфуйте от данной машины и вот от всех этих доработок. И честно сказать, я бы очень хотел бы увидеть ее в реале, но она находится в Армении. Поэтому, ну, к сожалению, скорее всего я туда не поеду, но самое главное то, что данную машину я вам показал и она останется на канале. А на канале у нас самые лучшие проекты. Thank you.
Ребят, и хотелось бы вам напомнить то, что все любые автозапчасти, там, от тюнинга до стоковых, вы можете найти в интернет-магазине Time Turbo, где находятся запчасти на любой вкус, реально, пацаны. Я только здесь все заказываю. По моему промокоду PANDA1 скидочка 7%. Скоро новогодние праздники, у них будут проходить конкурсы в группе официальной. Тоже вступайте буквально за лайк. Собственно, переходите, оценивайте, с вас за это денег не возьму. Огромный выбор любых автозапчастей, глаза разбегаются. И честно, я каждый раз туда захожу, там то новиночки, то акции. В общем, очень много чего интересного. Поэтому заходите, а мы продолжаем. И в конце ролика хотелось бы подвести примерные затраты. Я так полагаю, то, что 1300 в нее вложено, это уж 100%. Часто мне задают данный вопрос, сколько вложено в ту или иную машину. Я так думаю, что в эту вложено от 300 тысяч рублей, как минимум. Собственно, и сиденья, и вот этот центральный тоннель, очень все шикарно сделано. Стоковый мотор, но тоже с интересными такими доработками. Я так думаю, что в этом ролике вы для себя что-то взяли на вооружение. Надоело, честно сказать, все одно и то же, какой-то сток, как по мне. И мне нравится людям показывать что-то иное. Ну и в первую очередь для себя это тоже брать, чтобы, ну, как-то надо развиваться, в общем-то, пацаны. А это все вот стоковые движения, это, конечно, хорошо. Но хочется делать свою машину более удобнее, люксовее и что-то дорабатывать своими же руками. Поэтому пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось на данной шестерочке. Честно, я в шоке, очень шикарно выглядит. Спасибо еще раз хозяину. Все ссылки, пацаны, в описании. Все полезно, вся полезная информация, ребят, в описании. И не забывайте про комментарии писать, что вам больше всего понравилось. А с вами был, как всегда, Сергей Резиченко. И увидимся в следующих выпусках. И еще будет много чего интересного.